на канале НТВ продолжается премьерный показ третьего сезона детективного сериала «Динозавр». В сюжете с четвертой по шестую серию, выход которых ожидается 5 мая, мы увидим, что воровской наводчицей оказывается некая Виола, бабуля Божий одуванчик. Она снимает квартиру в доме, находит богатые квартиры и наводит на них своего племянника с бандой. Бабушкин с басней заставляют племянника сдаться и вернуть все наворованное. Обвинения с учеников сняты. Полина просит помочь с наблюдением за VIP-клиентами банка, через которых банда могла бы грабить богатые хранилища. Наблюдение за любовницей одного из таких клиентов Сюзанной приводит Бабушкина с басней в кутузку. Полина выручает Бабушкина с басней и допрашивает Сюзанну. Выясняется, что у той параллельно был роман с неким Гердом, который использовал ее в темную. Благодаря записям камер ГИБДД машину Герда удается вычислить. Бабушкин с басней вычисляют логово банды, но, войдя внутрь, попадают в западню. Христофоров их вытаскивает и требует прекратить всякую самодеятельность. Найдя следы взлома, главарь банды Спайдер требует от подельников залечь на дно. Но наружникам удается кое-кого отследить. Для сбора доказательств Полина хочет внедриться в банду, но Христофоров ей это категорически запрещает. Он просит Бабушкина подучить опера Алексея воровским прихватом. Премьера новых серий состоится 5 мая на канале НТВ. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.